Так, прокладка коммуникаций в 21 веке по-европейски. Значит, сначала был проложен кабель. Значит, приехала техника, выкопала траншею, проложили кабель. Сколько кабель ложится? 70 сантиметров. Латтелекомовские 70 сантиметров, да? Телефонные. А электрические метр, до 1,20 м, по-моему. Вот, значит, сначала прокопали канаву, положили телефонный кабель. Потом закопали, приехала другая фирма, выкопали тут же канаву, проложили электрический кабель. Дальше закопали, приехала другая, третья фирма, то есть мы выкопали опять параллельно канаву, проложили водопровод, тут же, блядь. И, как местные сказали, на следующий год здесь будет канализация, а это, извините меня, не менее 3 метров. Это значит, мы сейчас закапываем свою работу, потом приедет четвертая фирма, выкопает это все и проложит канализацию. Юрмальская дума от Рижской думы не отстает. И вот оттуда и еще несколько параллельных и поперечных улиц. И все-то еще вдобавок асфальт. Это хорошо, еще здесь асфальта не было. А так обычно сразу ложат асфальт, потом асфальт скрывают, ложат одно, асфальтируют, потом скрывают, опять ложат. И так далее, как я уже сказал, только еще и вместе с асфальтом. Куда уходят деньги? Не хватает ни учителям, ни врачам. Вот вам, пожалуйста.